В этом видео я хотел поговорить о еще одной интересной функции, которая есть в Logic, которая называется Groove Track. Она позволяет, скажем так, сделать один из треков задающим пульсацию, и другие треки можно подгонять под этот задающий трек. По умолчанию эта функция отключена. Чтобы ее включить, нам нужно правой кнопкой мыши кликнуть по любому треку, зайти в Configure Track Header и здесь включить Groove Track. Вот когда галочка стоит, вот здесь, где цифры с номерами треков, у нас появляется звездочка. Звездочка — это, собственно, мы назначаем задающий трек. Вот давайте возьмем вот этот вот не совсем ровный, такой довольно живой перкуссионный луп, который мы уже слышали. Я отменю всю квантизацию у него. Ну или точнее, я, наверное, ее сделаю, но свинг чуть-чуть уменьшу. Или, может быть, даже наоборот. Да, давайте для примера я его, наоборот, увеличу. Он будет звучать не так качественно, но можно даже Q-string чуть ослабить, чтобы сделать таким прямо его живым, но чуть смещенным. Друзья, вы давно просили нас, и мы это сделали. Самое выгодное предложение специально для вас. Представляем вам пожизненный доступ к базе курсов школы Logic Pro Help, причем как к уже вышедшим курсам, так и к тем, которые появятся в будущем. Как это работает, спросите вы? Все очень просто. Вы приобретаете определенное количество курса кредитов, 30, 50 или сразу 100, за фиксированную сумму, а потом по запросу обмениваете их на интересующий вас курс. Мы в ту же секунду пришлем вам выбранный курс из нашей коллекции, а доступ к нему останется у вас пожизненно. При этом вы сами решаете, в каком порядке и в каком количестве запрашивать курсы. Вы можете сразу запросить все, что уже было выпущено школой Logic Pro Help на данный момент, а можете запрашивать порционно, оставляя часть кредитов на будущие курсы. Все максимально гибко. Вы смотрите и изучаете только то, что вас интересует. При этом вы фиксируете за собой самую выгодную цену в перерасчете на один курс. Кстати, пожизненный доступ можно также приобрести и в рассрочку. Переходите по ссылке в описании и узнайте подробнее, как это работает, а также узнайте о подарках, которые ждут каждого купившего пожизненный доступ. Не откладывайте обучение на потом, начните прямо сейчас. И давайте послушаем бас-гитару вместе с этим лупом. Слышно, что бас-гитара играет немножко по-своему, то есть вот даже вот здесь вот у нас как будто вот эта доля опережает вот эту долю. То есть, ну, много нюансов, где они как бы не сходятся. И включив вот здесь, например, режим монофоник, сейчас Logic также просканирует, проставит все транзиент-маркеры, вот мы видим. Кстати, также зайдем, включим отображение транзиент-маркеров. Вот здесь в конце ноты мне, например, не нужен транзиент-маркер, я могу его прибрать. Так, он не убирается, но можно вручную убрать. Потому что это одна нота, здесь транзиент маркер абсолютно не нужен. Здесь, кстати, тоже. Здесь тоже не нужен. Только если вам нужно прям четкое снятие в какое-то время, тогда вы можете оставить вот этот финальный транзиент маркер, но зачастую он только мешает. А вот здесь, кстати, транзиент маркера не хватает. И вот давайте на этом примере, на вот этом кусочки лупа, потому что у меня здесь несколько файлов на одном треке, вот на вот этом первом. Посмотрим, как у нас поведет себя бас, если мы его примагнитим к нашему конгам, вот этим не совсем ровным. То есть я их ставлю главными, вот у меня появилась звездочка около конга. И теперь остальные треки, если я хочу, или какие-то отдельные, я могу здесь поставить галочки, и они начнут следовать вот этому груву. То есть я поставил задающим грув, ставлю галочку на басу. И вот мы видим, что отдельные ноты у нас сдвинулись. Причем это работает, естественно, и на всех регионах этого трека. Напоминаю, что это, опять же, глобальная настройка для всего трека, но если вы хотите на каком-то из регионов отключить, вы просто можете убрать вот здесь квантайз. То есть здесь автоматически ставится квантайз на все регионы, но вы в какой-то один регион можете отключить это. То есть вот здесь у нас появился в закладке квантайз появился этот перк, то есть это дорожка с перкуссией, но вы можете всегда ее отключить, и вот у нас здесь отключилось. Но это действует сразу на все дорожки, поэтому давайте сейчас я включу, и, например, здесь можно просто поставить 16-ми.
И это также сбрасывает. То есть таким образом у нас здесь не получится сделать. То есть у нас вот этот вот Quantize работает как мастер, то есть на весь трек. Это не всегда бывает удобно, но в крайнем случае можно перенести на новый трек или сделать баунс. Ну, в общем, Groove Track так работает. Он привязывает именно весь трек к тому, к задающему треку. Ну, давайте послушаем, как сейчас это звучит. То есть гораздо живее и более так собрано вместе с перкуссионным лупом. Давайте я послушаем бес. Вот здесь прям особенно слышно, что бас торопится. А теперь... То есть очень-очень удобная функция, зачастую она помогает. При этом вы также можете ставить strength, то есть можно делать чуть-чуть слабее вот это следование, то есть не обязательно прям на 100%. Вы можете чуть-чуть его прибирать, чтобы все-таки какую-то живость свою оставить у трека, но приблизить к положению другого трека. И таким образом, кстати, можно дабл-треки делать, то есть вы можете делать основной вокал задающим, бэки делать следующими, но у каждого из бэков чуть-чуть расстроить вот это Q-strength, которая оживит немножко звучание партии. Ну, давайте добавим, например, гитару еще сюда, в этот пример. Тоже его привяжем к нашей конге. Кстати, здесь врубился режим слайсинг, но о нем мы сейчас еще подробнее поговорим в следующем видео. Давайте я переключу на режим полифоник. Ну, конечно, без вот этого, вот этой привязки гитара и луп перкуссионный звучат вообще из разных областей, как будто бы. Вот особенно вот эти мелкие какие-то артикуляции, они прям друг с другом очень так неприятно смешиваются ритмически. Но если поставить вот здесь галочку, вот это прям особенно вот эта слабая 16, она очень хорошо прям слышно, как они начинают классно работать друг с другом. Есть чуть-чуть добавить живости. То есть это все добавляет при этом и живости, и все становится более грувово. Так что пользуйтесь, Groove Track в данном случае очень полезен.